Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. 2014 год указом президента объявлен в России годом культуры. В крае разработан план основных мероприятий и стратегия развития культуры до 2030 года. В ходе проработки данных документов стало понятно, что в отрасли необходимо решить многие наболевшие вопросы и в первую очередь доступности услуг культуры для жителей села. В связи с этим считаю важнейшим направлением в этой сфере восстановление инфраструктуры муниципальных учреждений культуры. Прошу Министерство культуры проработать вопрос об изменении структуры сети муниципальных учреждений путем поэтапного перехода небольших поселенческих учреждений на уровень муниципального района. Важным импульсом в развитии культурной жизни села станет строительство новых учреждений. В этом году мы планируем возвести и оснастить 8 клубов. Я прошу Министерство культуры этот вопрос держать на постоянном контроле. Значительным элементом выстраивания политики в сфере культуры является создание и развитие точек роста краевого уровня. Одна из них – проект создания в Чите культурно-парковой зоны. Еще одна точка роста – это реализация совместными усилиями федерального и регионального правительства программы возрождения города Нерчинск. Будет завершена реставрация одного из символов Забайкалья – Будинского дворца, проведены работы по реконструкции старого города.